Всем привет, любителям газировочки и скорости, и добро пожаловать в Roblox симулятор газировки. И сегодня мы с вами посмотрим, что же за новенькое обновление у нас вышло. Введем новенький кодик и немножечко с вами пофанимся. Эта игрушка у нас чисто по фану, здесь ничего серьезного не может быть, друзья. Итак, у меня сейчас максимальное количество, друзья, максимальное количество баночек. 10 триллиардов, ребята, 10 триллиардов, это просто жесть. В настройках я поставил скорость сейчас 100, потому что если я поставлю 10 триллиардов, это будет просто жесть. Смотрите, я поставлю хотя бы скорость 1000, что произойдет после этой скорости? Я вот так вот двигаюсь, и это просто, видите, летаю каким-то... О, кстати, это новый мир, ребята, новый мир, Candyland. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что происходит. Что происходит, ребят, я просто двигаюсь как бешеный. И это всего лишь, друзья, скорость 1000. Если я поставлю максимальную свою скорость 100 тысяч, смотрите, что будет происходить. Так, 100 тысяч, выставляем. Все, это максимально. Если я нажму любую кнопочку, мой персонаж просто улетает куда-то. Смотрите, раз, нет, не улетел. Ой-ой-ой, даже не улетает. Скорость выставилась, все отлично. Ребята, не улетает? Можно на максимальной скорости играть? Или не... Вот оно, что происходит. Вот что происходит на максимальной скорости, ребят. Поэтому мы с вами делаем... Срочно реберст. Возвращаемся на землю. Где здесь у нас реберст находится? Я кнопочку реберста потерял. А, немножечко обновили. Все, это наши трейлы. Закрываем, сбрасываем персонажа, потому что лететь мы будем еще очень и очень долго на такой скорости. Так, скорость, настройки, реберст. Делаем реберст, конечно. Все, это мой 7-й реберст. И мы с вами медленные, как черепахи. Берем первоначальную баночку. Да, даже здесь нашего имени нету, потому что здесь у всех максимальное количество баночек, и у нас также было. Итак, новенький код у нас называется Jujube. Заходим в настройки, и так, где у нас коды? Боже, поменяли настройки, я не могу ничего сделать. Так, Twitter, вот. Jujube. Вводим и получаем 125 баночек сразу. Неплохо, но нам этого мало. Мы начинаем пить то, что у нас есть. У меня сразу идет по 22 банки из-за того, что у меня большое количество реберстов. И мы с вами, кстати, не зашли в новую зону. За 500 тысяч содовой, это у нас зона джунглей. И мы должны с вами туда попасть. Я вам покажу, что там происходит в этих джунглях. Так, в настройках мы хотим с вами выбрать новенький трейл. Поменяли немножко. Ага, вот. У нас с вами 370 крышечек. Что мы можем с вами взять? Ага, сделали за реберсты. Раньше было за крышечки, теперь за реберст. А зачем теперь нужны крышечки? Стоп, я не понял. Трейл. Стунт. Это у нас трюки. Нет поинтов. А где мне заработать поинты, ребят? Так, магазин. Это у нас Robux Trails. За реберсты. Вот оно в чем дело. Я могу теперь взять желтенький, например, экип. У меня 7 реберстов. А за крышечки я больше ничего не могу. Ребята, крышечки стали бесполезными. Стали бесполезными крышечки. Не знаю, зачем их убрали. Теперь у меня у меня остался синенький. Пускай такой будет. Пускай такой будет. Мы пьем с вами дальше газировочку. Набираем 1000 и отправляемся с вами в PvP-зону мочить всяких тоже газировочных мальчиков или девочек. Кто у нас там будет? В общем, кто нам попадется, мы всех с вами завалим. У меня уже 1000. Я в настройках, наверное, поставлю скорость. Скорость в настройках 10. Давайте, пускай будет автоскорость. Все, автоскорость наша будет выставляться сама. Сейчас у меня скорость может быть 17. Мы поставим, значит, с вами 17. Вот сюда, 18. 18, ребята, все. Мне этой скорости будет достаточно, мы начинаем пить. Да нет, пускай лучше авто. Автоскорость будет стоять, все. Пьем газировочку. 1000 мы набрали, и мы с вами должны поменять баночку. Боже, как сделали неудобно. Раньше так хорошо было. Сода, какую мы берем с вами? За 1000, вот это вот. Пивко получается, да, у нас фруктовое. Все, берем пивос, пивасичек фруктовый. Буханькаем его. 25, по 25 добавляется. И можем с вами с кем-то ппшиться. Ну, кто с нами зайдет? Нам нужно найти ребят, чтобы набить много-много газировки, потому что вручную качать это очень и очень долго. Так, но к нам никто не заходит. Немножко покачаемся, подождем, ребят. Возможно, кто-то зайдет. Давайте позовем всех. Давайте выйдем, скажем, эгэгэй, все заходим в ПВП-зону, будем сражаться. Пойдем, пойдем, эй, вы, газировщики, пора заходить в зону. Возможно, у них мало здесь? Хотя нет, большинство может зайти просто ПВП-шиться. Пойдем, заходи. Он видел, что я зашел? Он видел или не увидел, ребят? Не хотят, ребята, не хотят пвпшиться. Возможно, придется нам менять сервак, потому что здесь у нас ленивые попы, которые не хотят сражаться с Робзяшкинским. Сейчас, ребята, меняем сервак по-быстренькому. Итак, друзья, зашли на другой сервер. Здесь у нас более веселые ребята, которыми мы сможем просто посражаться. Итак, начинаем набирать рыгачечку и делаем это все дело. Так, у нас уже 9000 с вами есть.
Еще есть. Так, я его не убил даже с первой. Вот, со второй есть. 22 тысячи у нас уже есть мощности. А тебя, думаешь, не попаду, дружище? Стоять. Да что ж такое? Какой он шустрый, ребят. Какой он шустрый, тихо-тихо. Главное, чтобы нас еще с вами не бомбили. Будем воевать прям по-жесткому. Так, здесь у нас еще какой-то рыгунчик. А ну-ка, вот так вот. Я заработал? Нет, не заработал. Ничего не заработал. А вот вас. Вот, заработал и сам сдох. Ничего, зато 48 тысяч у нас уже с вами есть. Но мы залетели не в ту зону, ребят. Слишком быстро уже стали. Так, нужно сбавлять обороты. Нужно делать скорость где-то... Давайте поставим 200. Все, выставили скорость 200. Отлично. Мне это будет с головой достаточно. Все, больше и не надо. Сейчас будем воевать. Так, подготавливаемся. Вот стоять, ребята. Оп, не попал. А вот кто-то стоит. Не попал. Так, отлично. Вот так вот я должен был попасть. Я же попал. Прям в упор. А что с ним не так, ребят? Что с ним? А в тебя? Вот, 52 тысячи добавили. Отлично, нам нужно набрать 500 тысяч. 500 тысяч как минимум, и будет все, все в шоколаде. Или все в газировочке, ребят. Так, давайте гаситься, гаситься, гаситься. Тихо, 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 тихо. А ну-ка тебя... О-о-о-о-о-о-о-о, как я высоко подлетел. Ничего себе. Так, ребята что-то задумали. Смотри, смотри, что он делает. Он подходит ко мне и вот так. Нет. Ой, сразу двоих, походу, я завалил. Да, сразу 100 тысяч добавили. Кстати, я так и не понял, как пользоваться вот на букву Q вот этим вот суперударом или... Ой-ой-ой-ой-ой, куда я полетел? Не-не-не-не-не-не. А долго мы будем вверх лететь? Нет, мы возвращаемся на землю. Отлично. Быстрее вернем... А, вон, кстати, новая зона. Мы могли бы просто так туда долететь. Так, вот я вот так могу бить, что ли, получается, ребят? Ага, я могу вот так встанить. Так, а ну-ка тебя... Тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Вот так вот. Нет-нет-нет, не получилось... Да, а что у меня персонаж вообще прыгает? Мне, походу, кажется, настройка скорость сбилась. А, скорость, настройка. Автоскорость нужно убрать. Все, 200 мне достаточно. Поэтому мы с вами и прыгаем. Так, 210 тысяч сразу заработали. Еще разочек. Так, не попал. А вот сейчас должен попасть. Все, ребят, у нас уже 836 тысяч. Следующее убийство будет больше миллиона у нас. Так, чуть меня самого не убили. Вот это моя жертва. Ну-ка, ну-ка, давай. О, 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 муравей. Муравей. Убил тебя? Нет, не убил, ребят. Я его не могу убить, а вот тебя я убью. Бам, двоих. Нет. Да что ж такое, какие они шустромордые. Тихо, вот. А вот стоит паренек, ничего не подозревает. И тут я подбежал, и я не могу его убить. Вот это, ребята, читер. Вот это читер, а это, в этого просто попасть не могу. Так. Я сейчас подойду просто в упор кому-то. И вот так вот посражаемся. Я почему-то никого не могу убить, ребят. Возможно, мне нужно в настройках ставить скорость другую. Либо, я не знаю, вот, вот, смотрите. Подхожу к ним в упор и делаю вот так. А, все нормально. 1 600 000. Так, давайте пойдем посмотрим новую зону, что у нас тут происходит. Итак, вот у нас джунгли. А здесь мы, кстати, с вами... А, мы сегодня с вами уже здесь побывали. Или нет? Кэндиленд, ребята. Вот такой вот Кэндиленд у нас еще есть. Я не помню, показывал его вам или нет. Здесь у нас вишенки. Нет, вишенка посередине, а здесь у нас клубнички. В общем, тортик, можно прятаться, фаниться, бегать, разгоняться и улетать в космос, ребята. О, кружка с кофе, привет, а я могу тебя убить? О, могу, прикольненько. И кушать можно пончики. Но нас не интересует сейчас эта зона, у нас есть новенькая зона за 500 тысяч вход, это джунгли. Что же у нас здесь есть? А у нас здесь есть какие-то бананчики. О, по 236 сразу дают крышечек, вернее баночек. И что еще здесь у нас есть? Обезьянки! Офигеть, смотрите, здесь реально обезьяна. И что она делает? Привет, обезьянка. Ой, она меня бьет или что? Я так и не понял. Привет, обезьян. Чё ты, а что ты делаешь? Она просто на меня залезла. А если на нее рыгну... Ой, я убил обезьянку, ребята. Я убил обезьянку. А вот еще обезьянки. А что они тут? А, смотрите, сколько, как много. А, они реально дерутся. Но они меня не убивают, ребят. А если вот так вот... Бэээ... Трипл килл. Ой, кстати, я могу с ним сражаться. Привет, дружище. Он, я уже могу здесь его убивать или нет? А это тот читер, которого нельзя убить. Ему урон не наносится, ребят. Помните? Мы его встречали уже. Смотрите, я прямо на него делаю беку. Он не умирает. Обезьянки умирают, а он не умирает. Бессмертный чувак какой-то. Ух ты. Это у нас телефонная будка в джунглях. Это, скорее всего, отсылка к какому-то фильму с путешествиями во времени. Я, правда, не знаю. Напишите в комментариях, куда эта отсылка. От какого фильма? Так, обезьянка, фить от меня. В общем, мы здесь заходим. Что можем сделать? Пробежаться по кругу, пофаниться, собрать всех обезьянок. Смотрите, если я бегаю по кругу, они респаунятся.
Так, а это его обезьянки? Отдай мне своих обезяночек. Отдай мне своих обезьянок. Сейчас мы соберем всех обезьян в кучу. Где обезьянки? Вот они, вот они, вот они. Все собираемся, собираемся. Они пытаются меня бить, но урон мне почему-то не наносят. И после того, как мы собираем их, мы должны на них бегать. Обезьяний рык. Так, тихо, тихо, по кругу, по кругу, по кругу. И теперь всех сразу. Ба-бам! Нет, не всех, а теперь всех. Да ёшки-пашки. А вот так вот, троих убил сразу, троих. Обезьяны в шоке. Вот думают, вот это вот, мы культурные обезьянки, а ты робот какой-то вообще бескультурный, рыгаешь, бегаешь здесь на нас. И мы страдаем после этого. Так, а если попытаться долететь с этого трамплина до начальной карты? В какую сторону нам нужно лететь вообще? Давайте куда-то туда соберемся. Так, я сейчас выставляю скорость. Попробуем долететь куда-то подальше. Так, давайте скорость 1000 ставим. Отлично. Так, нужно сет. Выставили. А теперь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Ай! Я во что-то ударился. Это было дерево, походу. А если мы используем этот трамплинчик? Здесь деревьев вроде бы нет сверху. Вставай, Робзяш, вставай. Обезьянки нападают. Нет, я промазал. Не попал в трамплин. Даже такой... А, здесь сверху крыша какая-то. Смотрите, я бьюсь. А, я не могу вылететь, ребята. Вот что сделали. Раньше можно было вылетать, теперь нельзя. Ладно. А если с первой зоны могу куда-то попасть? Например, вот этот трамплинчик. И куда мы пойдем? И давай, 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 давай. Летим, 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 летим. Интересно, долетели? Да, реально, ребята, мы попали в соседнюю зону, просто не используя телепорт. Вот это реально круто. Без телепорта в соседнюю зону. Я просто читачок, ребята. Ну все, давайте на этом симулятор газировочки закончим. Ссылочка на игру будет в описании. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Ромзик. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!